Итак, ко мне в кабинет пришла Даша с жалобой на боль в шее. Даша, опиши, где у тебя что болит? Не повернуть голову в некоторых, вот это вот максимум. Так. Повернуть голову, голова болит неделю. Ага. И в основном вся боль вот здесь сосредоточенная. Прям кажется, что там аж вывалилось. Ну, тут видно, что есть перенапряжение, небольшая. Вот здесь вся область плеча вылезла сюда. Над плечи, да, а здесь как будто она ушла наоборот вовнутрь. Но это визуально сложно видно, но напряжение. Так, поверни голову. Не-не-не, стой, стой. Как больно еще раз? Вот это предел, а бывает, что если я сюда посмотрю, то мне потом сюда бывает не повернуть, просто вот до сюда максимум. Голову вниз больно наклонять? Нет, вниз не больно. Так, ну-ка сядь сюда. Поверни Даша голову куда-нибудь. Вот, ой, уже прямо Вот здесь очень больно. И в неприятно, другую да. сторону. Вот если очень аккуратно, я могу до сюда ее довести. Так, давай проверим мягко сейчас, насколько эта проблема связана с суставом. Я сделаю провокацию. Стой, стой, стой. Вот здесь больно? Нет. Не больно. Так. Сейчас мы... Больно здесь? Нет, так нет. Все. Это 100% мышечная боль. И здесь, скорее всего, вина лежит на мышце, поднимающей лопатку. Ну, тут прям видно, как все сдавило, стянуло. У тебя, кстати, скорее всего, левая часть сильно все натянула, и справа появилась боль. Ну, мы посмотрим сейчас. Так, еще раз давай. Поверни голову в одну сторону. Я прям Не можешь, да? вот И в так. другую сторону. Бедный ребенок. Ай-яй-яй-яй. Все. Сейчас будем чинить. Ну, а вообще, я чемпион мира по работе с болью в шее. Сейчас мы маслечком намажем, оливковым перчиком сдобрим. Вот, смотрим. Значит, здесь виной всему мышца, поднимающая лопатку. То есть вот одна, вот вторая. И вот смотрите реакцию. Больно? Вот здесь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Чувствуешь, да? Да-да. О, вот. Эти мышцы, с них нужно снять боль. Ох. Сейчас мы разогреем спину человеку. Вот, ну и после промнем эти мышцы. А потом туда поставим баночки. Ну и ювелирно, если шея даст, прохрустим ее. Вот, одна мышца. Чувствуешь, как больно? О! Ты знаешь, Причем, чувствую. обратите внимание, я даже на нее особо не нажимаю сильно. Вот, вот. То есть я Ай-ай-ай. вот сюда нажимаю не сильно больно, а вот сюда также нажимаю уже больно. Ай-ай-ай-ай. А виной всему... Гребаный, говорит, кондиционер, Даша. Но на самом деле виной всему нехватка движений в области между лопаток и нехватка движений в шее. То есть нужно ручками больше крутить, голову поворачивать почаще, упражнение йоговская кошка делать, и тогда все будет хорошо. Вот здесь чувствуете, как больно? Да. Вот. И сейчас мы, скорее всего, за один сеанс посмотрим. Даша, снимем боль. Тебя же Даша с утра звали? Вроде бы да. Отлично. Вдруг имя перепутал. Даша, ты знаешь, какой ты сегодня пациент у меня? Боюсь представить. 9-й. Сегодня Хорошо. я принимаю 9 пациентов без остановки. У меня сегодня марафон. Марафон желаний. Позвольте себе, будьте в настоящем, будьте с собой, девочки. Живите здесь и сейчас. Ой-ой-ой. Вот здесь. Больно? Да. Жигурда. Так, здесь? Тоже. О, а, нечего ответить. Нечем. Можно ногой меня ударить. Так, подождите секундочку. Значит, сейчас я проработаю ей спину, подставлю баночки и прохрущу. Итак, настал черед ставить банки. Вот она, проблемная мышца, мышца, поднимающая лопатку. Сейчас будет больно. Нормально? Нормально. Да. И вот сейчас мы как раз всю эту область, которая сдавлена. Да. Значит, сразу на позвоночник ставить банки можно. Здесь никаких противопоказаний нет. Позвоночник, позвонки – это кость, а эту кость сломать обычными маленькими баночками и надломить, и сломать невозможно. Сейчас мы расслабим все мышцы и дальше сделаем манипуляции
Опять же, если тело даст. Потому что есть одно правило в мануальной терапии, что ее ни в коем случае нельзя делать через боль. Если будет адская боль, то делать манипуляцию мы не будем. Но уже даже сейчас ей будет через некоторое время легче. Да, потерпи. Вот. И сюда. Вот так вот Даша полежит минут 5. Чувствуешь, как приятно, да? Нет. Я знаю. Это неприятно, сразу говорю. Все, ждем минут 5. Снимаем, а дальше твои чудеса. Так, ну что, пробуем делать манипуляцию. Подними голову чуть-чуть, вот так, все. Расслабься максимально, окей? Значит, сейчас я буду тебе выводить на манипуляцию, а ты скажи, больно, не больно, окей? Это важно. Угу. Если больно, четко говори. Вот так больно? Нет. Зашибись, расслабься. Здесь нормально, тихо. Здесь? Нет, нормально. Ох, грустно. Отлично. Так, это уже хороший знак. Теперь проверяем, что у нас здесь. Значит, опять же, я сейчас буду делать определенные движения. Скажи, больно, не больно. Вдох, угу. Выдох. Если больно, обязательно скажи. Вот так вот. Вот чуть-чуть чувствуется, но я не скажу, что больно. Подтягивает немножко. Здесь аккуратненько, так вот. Здесь тоже, да, здесь пока нельзя. Так. Сейчас посмотрим шею. Шея мобильна. Так. Слушай, ну вообще здесь хорошо все. Единственное, еще мышцы, может быть, держат чуть-чуть. Сейчас. Больно, да? Угу. Здесь больно. А здесь? Стой, 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 стой. Вот так вот. Больно здесь? Нет. Здесь нормально. А вот здесь еще болит. Ну, подтягивает как-то. Подтягивает. Нормально. Так, перейдем к грудному отделу. Так, сейчас грудной отдел. То, что тебя держит. Тоже в том числе. Так, делаем вдох. И вдох. И ртом выдыхай. Ху! А руками. Да, расслабь руки. Ох! Отлично. Стой, 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 ничего не делай. Держись вот так вот. Держи себя в руках. Мой юный друг. Вдох. Выдох. И расслабляй поясницу. Расслабляйся, расслабляйся. Я здесь. Отлично, нормально. Переворачиваемся. Так, держись. Вдох. Выдох и расслабление. Упади, упади. Здесь отлично. Так, итак, Даша, поворачивай голову. Стой, подожди. Поверни голову, куда тебе удобно. О, обратите внимание, амплитуда увеличилась в другую сторону. Тут еще больно, нет? Еще чуть-чуть подтягивает. На сколько процентов ушла боль хоть? Ну, я думаю, 95. Давай, переверни. Ну-ка, давай посмотрим еще. Еще раз выпрямились. Смотрим. То есть вот так, раз, вот сюда на голову. Вообще просто как у совы. Все, голова сюда. А здесь чуть подтягивает, поверни сюда голову. Да, ну здесь тоже уже нормально. Угу. Ну все. Угу. Ну, боль она не проходит моментально вот так сразу. Тут нужно еще воспалению немножко дать уйти. Но по сути вот такая вот сиюминутная боль. Там человек перетрудился, переохладился, мышца вошла в спазм. Ну, такая проблема, если человек обратится вовремя, решается очень быстро. Все, ну-ка, встань, пожалуйста. Спина у тебя, конечно, вся в банках смотрится прям вообще. Ах, поверни голову вправо-влево. О, слушай, вообще. А теперь, если уберем волосы. Угу. Так, поверни теперь голову вправо-влево. О, уже лучше? Вообще, без малейших. Болей. Вот тут вот только, ну, совсем уже. Чуть-чуть, так, да? Проходит, да, вот. О! Слава богу, ничего да? Ничего себе, оно у меня тут опухло. Ну, это от баночек, вмятинки, ага. Они уйдут через пару часов. Все.